Всем привет! Для сегодняшней самоделки нам потребуется полевой транзистор, подойдет абсолютно любой, светодиод, резистор с сопротивлением 4,7 кОм, USB штекер, также может быть абсолютно любой, в моем случае жесткий, и подходящий корпус. В моем случае это корпус от микрофона наушников. Для начала с помощью напильника удаляю выступающие части. В них нет необходимости. Имеющееся отверстие рассверливаю сверлом 3 мм. Именно в этом отверстии будет установлен светодиод. Устанавливаю светодиод и дополнительно фиксирую его клеем. Сразу же приклеиваю и небольшой отрезок пластика для того, чтобы закрыть отверстие, в котором нет необходимости. Продеваю провод штекером USB в отверстие и произвожу монтаж согласно схеме. И закрываю все верхней крышкой. Подключаю устройство к пауэрбанку. Я думаю, многие уже догадались, что это такое. Данное устройство представляет собой индикатор скрытой проводки, самый простой, который может быть. На камеру плохо видно, но светодиод светит довольно ярко. В чем основное преимущество этой самоделки? Основное преимущество в том, что она позволяет довольно точно определить месторасположение провода, находящегося под напряжением. То есть, как можно заметить, достаточно буквально чуть-чуть отвести от провода, и светодиод гаснет. Конечно, данное устройство не способно определить проводку на очень значительной глубине, но для домашних бытовых, так сказать, целей ее вполне достаточно. Разумеется, в качестве источника питания может использоваться не только пауэрбанк, но и обыкновенный телефон. Просто необходим переходник, которого у меня сейчас под рукой нету. Собственно, эта самоделка так и задумывалась для работы совместно с телефоном. Бросил в ящик с инструментами и тягаешь, телефон-то всегда под рукой. Источника питания нет, соответственно, устройство, можно сказать, вечное. До новых встреч, но пасаран, пока!